Всем привет! Рад приветствовать вас на канале Миниатюра Диорама. Сегодня у нас будет небольшой обзор продукции от компании Modelers of Fortune. Вчера на стриме мы уже этой продукцией поработали. Сегодня просто сделаю видео, в котором покажу, что это из себя вообще представляет. Также будут ссылки в описании на группу ВКонтакте и на непосредственно магазин, в котором помимо этой продукции можно найти еще много продукции от AK Interactive, материалы, точнее эффекты для диорам, эффекты для создания воды. То есть все основные вещи, которые необходимы при работе с диорамами, если вы вышли на более высокий уровень какой-то диорамостроения. Итак, начнем мы, наверное, с травяных матов, потому что вчера на стриме по поводу них как бы было очень много интересующихся. Итак, маты отлично выполнены, детализация на высоте. Единственное, вот у этого мата у него есть небольшой глянец, очень сильно напоминает или трава после дождя, или это утро с росой какое-то. В принципе, целиком использовать его я, наверное, не вижу смысла. Вот если разрезать на кусочки, использовать на миниатюрах, очень много можно миниатюр с помощью этого мата создать. Довольно-таки интересно выглядит все это. Следующий мат у нас лесной, но мы на стриме решили, что вот данная поверхность идеально будет воспроизводить какой-нибудь тропический лес, Вьетнам, еще что-то. То есть идеально будет подходить на какую-нибудь тематику Вьетнама. И можно создать очень много интересных вещей. Например, здесь вырезать, сделать водоем, водопад, сюда поставить какой-нибудь японский танк, и прекрасно вообще все это будет выглядеть. Выглядит также реалистично и очень приятно, ничего лишнего абсолютно. Теперь пробежимся по пучкам травы. В принципе, вот данные вещи можно использовать на любой работе, но в то же время с ними нельзя переборщить, потому что можно очень сильно напортачить с этим. Вчера мы вот эти пучки не использовали, потому что у нас сейчас по большему счету идет работа с осенними пейзажами, и трава там в основном у меня из сантехнического льна. Но в то же время мы использовали там вот такие цветы, которые выглядят просто изумительно. То есть вот именно вот эта вещь оживит любую работу, неважно какая она там, осенняя, весенняя или летняя. Качество просто отличное. Сейчас я один вытащу, как раз там отклеился. Ну, вчера, который мы не использовали. И покажу, как это выглядит. Выглядит это вот подобным образом. Сейчас фокус найдем. То есть это отлично проработанный цветочек. Просто я не буду доставать из пакетиков. Единственное, вот вчера я уже говорил на стриме, чего очень сильно не хватает данным пакетикам. Дмитрию я, наверное, отправлю данное видео, хотя он, может быть, и сам его посмотрит, конечно. Очень не хватает на всех вот этих вот вещах, на вот этих вот, то есть не хватает отверстия, чтобы можно было повесить. У меня здесь расположены крючки, на крючках висит данная продукция. Вот она. Вот эти вот дырочки, они необходимы, чтобы улучшить именно эргономичность пакетиков этих, чтобы их можно было вешать. Ну а так вот пришлось везде делать отверстия, чтобы повесить.
Это летние пучки травы. Очень яркие, очень насыщенные. Но в то же время, если вы будете делать какой-нибудь пляж или еще что-то, вот подобные пучки очень хорошо помогут вам в оживлении. Вот эти сухие пучки мы вчера использовали. Мы вставляли их между досок, которые лежат на земле. Фотографии работы, где мы это использовали, я прикреплю к видео. Наверное, в конце можете зайти и посмотреть. Вот эти пучки мы использовали. В чем преимущество этих пучков? Их можно использовать вот именно вот этих. Можно использовать как в данном цвете, так и подкрашивать в любой оттенок вам необходим. Потому что они, ну, бесцветные. Вот эта вот вещь называется ягоды. Но я использовал это как еще одни цветы. Потому что мне это больше нравится в виде цветка, чем в виде ягод. Сейчас я покажу поближе. Потому что такие вещи нужно разглядеть именно. Смотрите. Насколько отлично они выглядят. И это не на одну работу. Это можно создавать целые поля. Вообще изумительно. И цена всех вот этих пучков, она менее 300 рублей на данный момент составляет, потому что сейчас проходит акция в магазине, и есть скидки на всю эту продукцию, то есть вы можете купить это все со скидкой. Вот эту присыпку, еще были две присыпочки, одна основа для снежного поля, то есть здесь смешаны немного сантехнического льна, белые какие-то вещи, я не знаю, что это, если честно, очень похоже на кусочки какого-то мелкого-мелкого пенопласта. Опавшая листва здесь смешана, то есть как присыпку можно использовать для снежного поля. Осенняя присыпка. Вот это вот уже интереснее, потому что здесь добавлен мелкий флок, здесь добавлена листва крошеная. И вот данный продукт, он создает очень реалистичную поверхность именно осеннюю, под каким-нибудь деревом или еще что-нибудь. Вот это мы использовали, на фотографиях в конце видео сможете посмотреть, потому что выглядит действительно очень красиво, очень качественно. Также есть новинка у данной фирмы. Такая вот вещь. Это листва из пробойника. Довольно-таки интересно выглядит. Как я понимаю, пробойник этот от Green Stuff, потому что здесь ассорти. Здесь дуб, клен, береза и еще что-то, я не знаю. Вот. Но, в принципе, если вам необходимо будет оживить вашу работу, можно будет выбрать необходимые вам листочки и использовать их по назначению, очень сильно оживит вашу работу. Также у нас есть от данного производителя кустики. То есть он производит кусты, деревья и прочее. Но у меня есть только кусты вот разных видов. Там есть цветущие кусты, есть обычные кусты. Вот у меня есть обычные кустики. Я достану вам один, покажу. Летний куст выглядит изумительно. Вот. Подобный куст, смотрите. Вот, данный кустик, по-моему, вот эти вот кусты стоят на данный момент 80 рублей, что ли. Нормальная цена у них 100 рублей, сейчас по скидке вы можете их купить за 80. То есть и цена приемлемая, и качество довольно-таки добротное. Можете посмотреть, я вам покажу поближе, как это выглядит. Отличный летний кустик. Крепление на основание
с помощью проволоки. То есть, чтобы было удобно крепить это все, даже предусмотрена проволочка. Подытожим наше видео тем, что данная продукция, в принципе, в России представлена практически одним магазином. Это модель Airsoft Fortune, в котором есть приемлемая цена для российского потребителя, в котором есть достойное качество и который, в принципе, очень быстро отправляет, очень хорошо работает. То есть сервис там на высоком уровне. На данный момент обзор продукции мы закончим. И если вдруг вам захотелось приобрести подобные вещи, то можете смело заходить по ссылке в описании, они будут внизу под видео, приобретать и создавать такие же диорамы, в принципе, как и у меня или как у Дмитрия, потому что он эти продукты использует в своих работах. Его работы можно посмотреть там же в группе магазина, потому что он делает основание на заказ. Всем, кому видео оказалось полезным, подписывайтесь на новые видео, ставьте палец вверх. Всем пока!